много знать и все вам рассказать. Мы! Привет! Сегодня я на огромном ранчо моих друзей, замечательной семьи Экс. Здорово всем! Это будет увлекательно, потому что мы встретим лошадок, коров и других интересных животных. Эй, Блиппи, сходи за седлом, оседлаем лошадь. Уху! Сейчас будет весело! Надо же! Глазам не верю! Мы с вами в настоящем хлеву! Ребята сейчас приведут лошадь, а мы пока что здесь осмотримся. Смотрите! Здесь живут пастушьи собаки. Как весело! О да, а здесь еще загон. Ай! Идем! Здесь еще один! Все за мной! Пес на работе! Ведь дверь открыта! Он помогает ковбоям! Смотрите! Ау! Никого нет! Ого! Глядите-ка! Сено! Нет, правда, сено! Это сено! Выглядит так аппетитно! Я шучу, аппетитно для лошадей и коров, не для людей! Ну надо же! О, вы видели? Посмотрите поближе! О, вкусняшка! Смотрите, фиксатор для животных. Ха-ха! Здесь заводят скот прямо сюда. Его смотрит доктор и делает прививки. Ого! Это же тачка! Только плоская. На такую кладут сено, потом вывозят, топ-топ-топ-топ-топ, и потом кормят коров. Как голова закружилась! Теперь вот сюда. Заходите! Ух ты! Здесь хранят сбрую. Смотрите! Надо же! Сколько сёдел! Но чтобы мне покататься, мне нужна помощь. Поможете мне выбрать седло? Ладно, идем! Это? Не! Это? Не! Да! Это седло, что надо! Но для начала нужен вальдрап. Такой коврик. А, идем! Вы посмотрите! Знаете, какой это цвет? Точно! Один из моих любимых. Синий! Берем этот вальдрап, а также вот этот. Теперь нужна уздечка. За мной! Так, уздечку взял. Положим на седло. Ну что ж, можно идти? Да! О! Иду! Спасибо, Блиппи, что принес сбрую. Да! Дай-ка мне эти вальтрапы. Держи! Они идут вниз.
А для чего нужны вальтрапы? Вальтрапы кладутся под седло, чтобы лошади не натирало. Ну а садятся ковбои на седло. Ясно. Кладем седло на лошадь, после вальтрапов, и затягиваем подпругу. Теперь наезднику есть где сидеть. Уздечка. Или узда. Ясно. При помощи уздечки наездник или наездница может управлять лошадью. Ух ты, это как руль. Сначала сюда, потом через уши, вот так. Так. И можно управлять при помощи поводьев. Это и есть руль для лошади. Ясно. А значит ли это, что мне можно поуправлять ею? Пожалуйста, Блиппи. Ну, Блиппи, теперь ты. Отлично! Так. Ого! Супер! Поехали! Хорошо покататься. Спасибо! Поехали! Это лошадь гнедой масти. Она очень красивая. Эту лошадь зовут Сказка. И это просто сказка. Это было так классно! Сказка не просто очень красивая. Вместе с другими лошадьми она помогает нам перегонять скот. Было так классно ездить на лошади! Посмотрим-ка, что еще есть на этом ранчо! Трактора. А теперь самая большая машина на ранчо. Вот это настоящий гигант! Пожарный трактор стоит, и к нему можно без опаски подойти. А это мой друг Коди из семьи X. Всем приветик. Он все покажет. Вы готовы? Да! Вперед! Итак, друзья, этот трактор помогает нам в борьбе с лесными пожарами. Это как пожарная машина и грузовик вместе. Видите покрышки? Как у огромного грузовика. Невероятные! Они нужны, чтобы трактор не застрял на бездорожье. Теперь взглянем спереди. Здесь у нас плуг с защитной решеткой.
Он опускается на землю и счищает все, создавая защитную полосу. Она нужна, чтобы остановить лесной пожар. А теперь пойдем назад. Здесь у нас огромная цистерна. Внутри нее полно воды. Здесь 4 кубометра воды. А это пожарный шланг. Вот он, красный шланг. Его можно достать и пойти тушить пожар. Наверху есть пушка. Она поворачивается и стреляет водой. Но чтобы посмотреть ее, пройдем в кабину. Итак, мы зашли внутрь кабины. Я вам все покажу. Это выдвижной руль. Он нужен, чтобы управлять машиной на ходу. А в этой части у нас панель. Приборная. Если нажать эту кнопку, будет гудок. Слышите? А теперь посмотрите вниз. Это педаль тормоза. А это педаль газа. А тут есть рычажок. Он управляет передней лопастью трактора. А это самое крутое. Вот это джойстик, управляющий водной пушкой. Смотрите, я пущу воду. Так здорово гулять по этому огромному ранчо! Не забудьте поискать канал семьи Экс на Ютубе, чтобы узнать о ранчо побольше! Ну что ж, пока! Привет! Это я, Блиппи! Скоро мы с вами познакомимся с фламинго и с другими животными, которых мы называем амбассадорами. Будет интересно! Хочу я много знать и все вам рассказать! Блиппи! Привет! Это я, Блиппи! Посмотрите, где я сегодня! Сегодня я в зоопарке Вудленд в Сиэтле, штат Вашингтон! Вы уже бывали в зоопарке? Да, это так круто! Можно увидеть больших животных, маленьких животных, даже насекомых, если хотите! Да, я в предвкушении! Идем! О, мы с вами на территории вольеров! Это так круто! Ого, посмотрите-ка! Оу, похоже, это угощение для животных! Ням! Ха-ха. Ладно, положу это на место. Ух ты! А это настоящая еда для этих животных! Да, это то, что они едят каждый день! Эй, посмотрите, видите эти штуки? Да, насыпаем немного этой пудры, перемешиваем и получаем то, что эти животные любят есть каждый день. Ладно, давайте я положу это на место. Эй, вы заметили, что там лежало? О, это похоже на перо. Наверное, оно принадлежит животному, которое здесь живет. Да, перо. У птиц есть перья. И видите, оно розового цвета. Хо-хоу! Вы знаете, какое животное или птица розового цвета? Да, фламинго! Ладно, давайте оставим перо здесь. Теперь возьмем это угощение и пойдем поищем фламинго. О, это же Джон! Привет! Привет, Блиппи! Как ваши дела? Хорошо, добро пожаловать к фламинго. Спасибо, а что вы делаете? Я собираю перья. А это наше фламинго. О, вы видите фламинго? Ух ты! Вы не против, если я подойду к ним? Подходи, конечно. Хорошо? Ху-ху. Эй, давайте подойдем поближе к фламинго. Оу, привет, фламинго! Привет! О, эти фламинго такие красивые! А вы знали, что когда фламинго рождаются, они белого цвета, да, серые, ну, бело-серые. А потом, когда подрастают, они становятся розовыми, потому что пища, которую они едят, тоже сильно розовая. О, это так круто! А видите, какие у них длинные ноги? О-хо-хо! Они очень длинные.
У взрослого фламинго ноги длиннее, чем все остальное тело. У-ху-ху! Это так интересно! Эй, а видите, что у них ноги сгибаются назад? Да, у людей ноги сгибаются вперед. А вот у фламинго ноги сгибаются назад. Вы, наверное, подумали: «О, какие подвижные колени!» Но я расскажу вам действительно крутой факт. Вы видите, у них вот это место прямо посередине ноги. Да, похоже на колено. Но там у них на самом деле щиколотка! О, это странно! Так, думаю, надо высыпать это угощение в воду и посмотреть, подойдут ли фламинго. Так, ладно, угощайтесь! Это шоу животных-амбассадоров. Ух ты! Еще одно животное! Это замечательное место! Привет, как тебя зовут? Я Сьюзи. О, рад знакомству. А это кто? Это Гарри. Он полосатый скунс. Ух ты! Полосатый скунс? Я вижу черный и белый. А почему у него такие полоски? Эти полоски помогают ему предупредить хищников вокруг о том, что он скунс. А если они уже сталкивались со скунсом, то они точно не захотят, чтобы он их обрызгал. А, ясно. Так, вы сказали «обрызгал»? Это про запах, который мы чувствуем, когда едем в машине? Примерно, да. Это очень сильный запах, и вы его ни с чем не перепутаете. И легко определите, если скунс вас обрызгал. О, ясно. А зачем скунсы это делают? Это их способ защитить себя. Если скунс чувствует угрозу, первое, что он сделает, это выступит вперед или он встанет на передние лапы, и это значит: «Не подходи ко мне, а то не поздоровится». И если зверь продолжает приближаться, его могут обрызгать. О, похоже, что наш Гарри гимнаст, если он стоит на руках. О, это забавно. А что он ест? Сегодня он ест насекомых. Он очень любит жуков, любит овощи и фрукты. Он даже ест мясо. Ого! Гарри, это так круто! Я люблю скунсов! О, посмотрите! Еще одно милое животное! О-о-о-о. Это Эдуардо! Привет, Эдуардо! Эдуардо – это трехпоясный броненосец! О, похоже, что он ест каких-то насекомых! Это ведь так вкусно для него. Я вообще-то получил разрешение зайти внутрь, но, вероятно, ему могут очень понравиться мои кроссовки, потому что они пахнут. Так что я зайду и посмотрю, заинтересуется ли он. Привет! Эй! Как твои дела? О, вы видите его? О, у него очень твердый панцирь. Да. Трехпоясный броненосец может передвигаться в виде шарика. Но он сейчас этого не делает, потому что это для него защитный механизм. Да, а он себя чувствует комфортно сейчас. Эй! Видите, как он принюхивается? Он такой милый! А когти у него на лапах такие длинные, надо же! И из-под панциря у него торчат волоски. О, посмотрите на него! О, смотрите-ка! Это же ястреб! Подождите, а вы кто? Меня зовут Линси. Я присматриваю за животными. Ух ты! А как зовут этого ястреба? Это Сиско. Ему 32 года. Ух ты! Сиско такой красивый! О, мне нравятся его крылья. А у него большие крылья или тонкие и маленькие? У него большие широкие крылья. Они хороши для полетов, но не очень для пикирования. О, ух ты! Они живут в стаях или поодиночке? Эта порода ястребов особенная. Они живут группами или семьями с другими ястребами. Большинство хищных птиц живет поодиночке. О, надо же! Мне нравятся глаза Сиска. Что в них особенного? Ястребы и другие хищные птицы имеют очень острое зрение. Это так круто! И мне нравится его клюв. Посмотрите, он такой острый! А можно я посмотрю поближе? Конечно. О,
Посмотрите на сиска! Ух ты! О, такой царственный! О, привет, сиска! Ух ты! Ух ты! Еще одна удивительная птица! Ого! Это кроличья сова! Оу! Как ее зовут? Ее зовут Папу. О, рад знакомству, Папу, а я Блиппи. Вы видите ее глаза? Они такие большие, желтые. О, это значит, что она хорошо видит? У сов отличное зрение. Ого! Но Папу такая маленькая, это что, птенец? Нет, Папу взрослая сова. Оу! И она, как и другие совы, летает по ночам, чтобы найти еду? Ну, другие совы ночные птицы, они бодрствуют ночью, а Папу дневная, она бодрствует днем. О, это так круто! Папу, она такая милая! О, мне очень хочется ее потрогать, но я лучше не буду. Можно посмотреть поближе? Конечно. Ух ты! Посмотрите! Это анахи! Да, она такая красивая! О, видите, как она высовывает язык? Да, она так часто высовывает язык, чтобы принюхаться! Это так чудно! Мы с вами нюхаем носом, а она использует для этого свой язык! Да, эта змея называется краснохвостый удав! О, посмотрите, как она обернулась вокруг дерева! О, привет! Ух ты! Надеюсь, у нее сегодня хороший день. О, она такая большая! Сейчас в ней 7 футов роста! Да, это примерно 2 метра 30 сантиметров в длину. О, но она будет еще длиннее, она вырастет еще намного больше. У-ху-ху, да! Она может быть ростом 12 футов, это примерно 4 метра в длину. О, это так круто! Ух ты, смотрите, это Блю, и Блю – исполинская ящерица. Она похожа на змею, правда? Да, змея с ножками. Но это не так. На самом деле она ящерица. Ух ты! Она так круто выглядит! Вы видите ее язык? Да, он синего цвета. Это необычно. Наверное, хищники думают, что этот язык ядовитый. Да! О, видите ее уши? Ух ты! Думаю, она хорошо слышит. О-о-о! Надо же! Как твои дела? У тебя все хорошо? Ух ты! Смотрите! Это Тат, а это Кайра! О-о-о! Посмотрите на них! Привет! Это египетские черепахи! Когда я слышу слово «черепаха», я думаю о большой черепахе! Но это уже взрослые черепахи! О-о-о! Куда это вы идете? Они, наверное, голодные? На самом деле, они живут в пустыне, да. О, и это логично. Это же египетские черепахи. Ого, смотрите, они идут друг за другом. Это забавно. Воу! Привет, пингвин! Эй! Вы это видели? Там такой милый пингвин! Но разве не весело нам было сегодня в зоопарке Вудланд в Сиэтле? Да, мне было очень интересно видеть всех этих прекрасных животных. Эй, а какое твое любимое животное? Это отличное животное! Что ж, на этом мы с вами прощаемся. Если хотите посмотреть другие мои видео, просто наберите мое имя в поиске. Произнесете его со мной? Блиппи! Блиппи! Молодцы! Ну ладно, до скорых встреч! Пока-пока!
это я, Блиппи! Смотрите, что за моей спиной! Ого! Какая крутая надпись! И что здесь написано? Сайкарт – международный трек! О, да! Сегодня я на международном гоночном треке в Таквилле, Вашингтон! Эй, смотрите сюда! И сюда! Что это? Да, это карты! Сегодня вы со мной сядете за руль карта! Ух ты! Вы видели? Это же флаги! Да, когда вы гоняете на карте, то важно смотреть на судью с флагом! Да, двигатели картов такие громкие, что ему пришлось бы кричать! Но в шлеме ничего не слышно, поэтому вы общаетесь с цветными флагами. Давайте их изучим! О, какого цвета этот флаг? Да, этот флаг зеленого цвета. Он означает старт гонки. Как только флаг опустится, пора стартовать! Ха-ха! Ого, взгляните на этот! Да, этот флаг, правильно, желтого цвета. Да, когда видите желтый флаг, нужно снизить скорость. Да, не обгонять. Он означает, что на трассе какое-то препятствие, и надо быть осторожным. Он означает опасность. Ого, взгляните на него! Ух ты, он красного цвета. Что-то вроде знака стоп или стоп-сигнала. Он призывает немедленно остановиться. На трассе какое-то серьезное препятствие. Возможно, карты столкнулись и заблокировали трассу. Да кто знает, этот флаг велит всем гонщикам остановиться. О, еще один флаг! Ого, какого цвета этот флаг? Да, один из двух моих любимых цветов. Это голубой флаг. Если судья размахивает таким флагом, значит, нужно уступить дорогу, пропустить другую машину. Возможно, что я еду очень медленно. А значит, если я увижу голубой флаг, я отъеду в сторону и пропущу соперников. Важно соблюдать технику безопасности. Ой, посмотрите на этот. Это черный флаг. Вас сняли с гонки. О, нет! Вот и кончилось веселье. Да, вам покажут этот флаг, если вы нарушили правила. Например, толкнули соперника. В картинге нельзя таранить соперников, ведь это не таран, а карт. Уи! О, да! Белый флаг означает, что остался один круг. Знаете, что это означает? Жми на газ! И несись к победе! И последний флаг. Да, черно-белый клетчатый флаг. Он означает, гонка окончена. И, скорее всего, вы победили! Ого! Смотрите! Да, это карт. Ну да, мы изучаем картинг. Эй, давайте взглянем на его детали. О! Он такой потрясающий! Вы знаете, как это называется? Да, на нем сидит водитель. Это называется сиденье. Ух ты! Смотрите, за что я держусь! Уи-уи! Да, это рулевое колесо. Крутое, правда? Им поворачивают налево и направо. Да! Уи! Как и в машинах и грузовиках, у карта тоже есть рулевое колесо. Смотрите, на что я нажимаю ногой. Да, видите красную деталь? Это педаль тормоза. Да, если на нее нажать, она остановит карт. Посмотрите с этой стороны. Какой это цвет? Да. Это зеленый цвет. Вы знаете, что означает зеленый? Зеленый значит вперед! Ха-ха-ха! Уу! Ой, смотрите! Карты хороши тем, что они безопасные. Благодаря ремню безопасности. Помните, ребята, всегда пристегивайтесь в машине. И, конечно же, позже мы наденем шлем. Ого! Посмотрите сюда!
прямо по центру, вот здесь отверстие бака, куда заливается топливо. Этот карт ездит на бензине. Откроем крышку. Ух ты! Бензобак полный! Можно выезжать на трассу. Ой, а вы видели двигатель карта? Давайте посмотрим. Хорошо. Вот это да! Смотрите! Я снимаю кожух. Ого! Перед нами двигатель карта! О, вот что дает карту мощь! Топливо поступает сюда, смешивается с воздухом, потом искра от свечи зажигания и появляется мощность! Ха-ха! Ох, какая крутая машина! Пришло время прокатиться на карте! Ух ты! Смотрите, как много здесь картов! Мне хочется побить рекорд круга! Ой, идите за мной! Видите? Вот эти карты! Да, у всех этих картов красные номерные знаки! Они классные! Ух ты! Теперь взгляните на эти карты! У всех этих картов черные номерные знаки! Так много знаков! Идем! Ой, взгляните на него! Знаете, какой это номер? Здесь единица и шестерка. Да, 16! Ха-ха-ха, да! Ого! Две одинаковые цифры. И обе цифры двойки. 2, 2. Какой же это номер? Да, 22. Молодцы! Эй, а давайте-ка решим математическую задачку. Итак, сколько будет 1 плюс 2? 1 плюс 2. 1, 2. 1, 2, 3. Да! Номер 3! Ура! Эти карты такие забавные! Ой, а давайте возьмем первый и поедем кататься! Посмотрим, как насчет этого. Сядем в него. Стоп, стоп, стоп! Не торопитесь, не забывайте о безопасности, когда катаетесь на карте. Давайте наденем шлем. Взгляните, какой большой выбор шлемов! О, я в предвкушении! О! Смотрите, какой шлем! Да, этот шлем выглядит крутым! Тут есть зеленый цвет, черный, белый, ого! И серебристый! Ха-ха, здорово! Тут есть один из моих любимых цветов! Да, голубой шлем! Да, это тоже крутой шлем! Ой, взгляните на этот! Да! Какого он цвета? Да, шлем розовый! Мне нравится этот шлем! Это важная вещь! Он помогает защитить голову, когда вы катаетесь на карте! А этот шлем красный! Вот это да! Смотрите! И последний шлем в этой комнате желтого цвета. Да, какой приятный цвет. Он напоминает цвет солнца, да? Да! Как же здесь много разноцветных шлемов! А какой цвет выбрали бы вы? Ха-ха-ха! Мне нравится этот цвет. Но шлем нужен мне сейчас. У меня есть идея! Давайте я надену свои средства защиты! Штаны! Да! У-у! Перчатки! Ого! Да! Уи-у! Шлем! Да! Я готов начать гонку! Ха-ха! Идем! Ну все, я готов! Сел в карт, не забывая о безопасности. Надел шлем
и пристегнул ремень. Хорошо, Блиппи, ты готов стартовать. Рекорд 23,3 секунды. Сможешь его улучшить? Я готов побить этот рекорд. Минуточку. Какое у меня время? 23,29 секунд. Новый рекорд круга. О, смотрите. Ура! Да! Вот это да! Было так здорово! Видите, как быстро мы ехали? О, я обожаю картинг. Мне было так интересно на гоночном треке Sycart International Speedway в Таквилле, Вашингтон. У-ху! Что ж, нам пора прощаться. Если хотите посмотреть другие мои видео, просто введите мое имя, произнесите его со мной. B-L-E-P-P-E. Блиппи, мы справились! Ха-ха-ха! Ну ладно, до встречи! Пока! Хочу я много знать и все вам рассказать. Тот, кто учится, не соскучится. Блиппи! Смотрите, где мы? Это Фантастик Плейториум в Белвью, штат Вашингтон. Пойдемте поиграем! Привет! Привет! Ого! Посмотрите, что здесь! У-ху-ху! Класс! Ха, это же батут! Это ведь пианино! Совершил полный круг. Ну а теперь давайте посмотрим, что еще интересного есть в Фантастик Плейториум. Воу, скорей! Ого! Смотрите, что здесь! Ух ты! Ого! Сюда надо класть шарики. Один момент. Вот. Сюда. Ого! Так, встаньте вот здесь. Готовы?
Отлично! А это что за аппарат? Попробую нажать. Один момент. А что вы делаете? Класс! Да! Нельзя! Это пневматическая пушка! Забавно, правда? Понимаю размер. Давайте положим побольше шариков. Ого! Еще раз. Воу! Итак, вы готовы? Я начинаю отсчет. 3, 2, 1! Давайте посмотрим, что там. Ого! Тут столько ярких цветов. Идемте скорей. Воу! Ву-ху-ху-ху! Бью-бью! Воу! Бью! Хо-хо-хо! Этот куб моего любимого голубого цвета. А этот уже другой. Он желтого цвета. Ну а этот куб, как вы видите, красный. Пожалуй, покружусь. Оу! Вау! Уи! 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 У меня голова закружилась. Пойдем! О! Смотрите! Идемте! Надо пройти по бревнам! Вот! Ой, смотрите, на дне крокодилы и аллигаторы! Нельзя падать! Окрашен в несколько цветов. Это синий цвет, а это зеленый, а это оранжевый. Синий, зеленый и оранжевый. О! Ого! Посмотрите, там какие-то шипы. Thank you.
Здорово! Ну а теперь пойдемте наверх. Лестница там. Да. А вот и она. Ступеньки разноцветные. Зеленая. Желтая. Снова зеленая. И опять желтая. Ого! Как хорошо пружинит. Идемте. Смотрите. Это же горка. Я скачусь первым, а вы за мной. Договорились? Вау! Да! Вы побудьте здесь, а я скачусь еще раз! Вау! Эта горка просто класс! Вау! Давайте посмотрим, что еще там есть! Наверх. О, теперь пойдем туда. Смотрите. Ого, здесь несколько пирамидок. Ого, синяя пирамидка, желтая пирамидка, зеленая пирамидка и оранжевая пирамидка. О, ну-ка. Смотрите, какой забавный шар. Он, знаешь, какого он цвета? Розовый и белый. Ого. Вау!
один тоннель. Хотите пролезть первыми? Если хотите, я пропущу вас вперед. Так, держать! Теперь моя очередь! Ого! Ого! Ух ты! Зеленых лент и много разноцветных круглых подушек. Оставайтесь на зеленом. Оу! Оу! Ой! Я застрял. Ладно, а теперь следуйте за мной. Вон к той горке. Я скачусь первым, хорошо? Это большая синяя горка! Я поехал! Теперь ваша очередь! Давайте вернемся туда, где много шариков. Мне там понравилось. Видите? Это пушки. Нужно нажать вот здесь. Ого! У-ху! Да! Здорово! Подходите! Надо положить шарики обратно. Да! Порядок! Встаньте вот здесь! И смотрите вверх! Сейчас упадут шарики! Смелей! Ха! Они упадут на вас! Да! Поехали! Ха-ха, да! О! Стреляю! Да! Ого! Это было просто супер! Я побывал... Ой! Я побывал в Фантастик Плейториум в Белвью, штат Вашингтон. Ха-ха!
с вами в зоопарке Point Defiance в городе Такома, Вашингтон. И сегодня мы с вами увидим классных животных! За мной! Ха, у меня есть пропуск! Вот так. Эй, идем! Это будет потрясающе! Да! Началось! Ребята, это Синди! А это кто у нас, Синди? Тихоокеанская сельдь. И мы сейчас пойдем кормить пингвинов! Видите, как сильно мы пригнулись? Это все для того, чтобы не напугать пингвинов. А какой это вид пингвинов, Синди? Это Магелланов пингвин. Многие думают, что им нужен снег и лед. Но этот вид живет в Аргентине и Чили. А там климат примерно такой же, как здесь. Аргентина и Чили? Они любят плавать, правильно? Верно. Они всю зиму проводят в море. Они умеют быстро плавать. И им нужно плавать быстро, чтобы суметь поймать рыбу, которой они питаются. Вроде этой? Тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип. Сюда! Это же белый медведь! Они живут на севере, и они белые! Этого мишку? Да! Зовут Борисом! И ему 31 год! Бориса спасли из цирка, передвижного цирка в Мексике! Этим медведям необходим лед! Тогда они смогут охотиться и ловить тюленей в Арктике. Поэтому нужно заботиться о нашей планете, чтобы у белых медведей было много льда. Ого! Борис такой красивый! Ух ты! Видите? Да, это тигр. Мяу. Это очень крупная киса. Это суматранский тигр, если быть точным. И в дикой природе их осталось всего около 300 особей на всей планете. Здесь, в зоопарке Point Defiance, этот тигр представляет свой вид. Ну, а это Сара. Привет. Сара, а кто это у нас тут? Это наш Гонза. Он представитель четырехпалого муравьеда. Мы тренируем его для выступления на шоу «Диких удивительных существ», премьера которого состоится этим летом. Привет, Гонза! Итак, что мы будем сейчас делать? Ты мне поможешь научить Гонза есть этот ванильный йогурт из трубки. Ладно, итак, так. Уверена? Тебе это должно понравиться. Держу. Поднеси трубку прямо к его носику. Ладно, подношу. А он будет втягивать в себя йогурт при помощи своего супердлинного язычка. Надо же, какой у Гонза длинный язык. Ну как? В природе Гонза, конечно же, не смог бы есть йогурт. Он бы ел муравьев.
У него огромные когти, которыми он может разорять муравейники и термитники. А длинным языком он бы собирал насекомых оттуда. Класс! Должно быть очень вкусно. Да. Гонза провел с людьми всю свою жизнь. И когда он попал к нам, мы сразу начали готовить его к выступлению. Поэтому ему вполне комфортно, когда мы рядом. Да. Ты такой славный и веселый муравьедик. Как дела? Неплохо. Что делаешь? Я готовлю еду для сурикатов. Для сурикатов? Я обожаю сурикатов. А что еще будем делать? Я хочу подготовить им развлечение. Ты поможешь? Да. Отлично. Так. Давай пройдем к вольеру. Ладно. И что нам нужно? Нам нужно дать животным выбор. Занятия, игрушки, прямо как детям на площадке. Звучит здорово. Обожаю игры. Предоставим им выбор. Ладно. Давай положим эти шарики в синий бассейн в вольере. Ладно. Итак, шарики в бассейн. Понял. Ого! Вы посмотрите! Мы с вами в вольере, том самом месте, где играют сурикаты. Ух ты! Ладно, вернемся к делу. Шарики в бассейн. Так, угу. Надо потянуть, раскрыть. Как же будет весело наблюдать, как сурикаты играют с шарами, которые мы насыпем. Вот так, второй мешок. Ого! Ну, вот и все. Спросим, что надо сделать дальше. Вот, пожалуйста. Спасибо. Что еще нужно? Вот еще игрушки. Положи их, пожалуйста, в вольер тоже, ладно? Ладно. Куда их поставить? Куда пожелаешь. Вот это здорово. Куда бы их деть? Ну же, идем. Посмотрим-ка. О, ну-ка. Думаю, желтый шар пойдет. А, видите? Сюда и поставим. Ха. Теперь... идем за мной. Положим розовый, скажем, ну вот, например, прямо сюда, по соседству с желтым. А огромный красный шар положим туда, с той стороны от дерева. Я словно сурикат, да? Спросим, что еще нужно сделать. За мной. Ну как, это все? Нет, пусть будет еще веселей. Добавим к развлечениям немного вкусняшек. Это мучные черви для сурикатов, а не как конфеты. Вкуснятина, смотрите! Ням! Ну, а куда мне их положить? Давай, знаешь, добавь немного в шарики. Ладно. А если захочешь еще куда-нибудь положить, то и пожалуйста. Хорошо, у нас получится игра в прятки. Мы положим вкусняшки тут, а сурикаты их будут искать. Идет? Да? Раскидываем шарики. Добавим червей прямо на шарики. Как же будет весело. Вот так. О! Готово. Еще немного осталось. Положим прямо сюда. Вкуснотища. А остальные выспим сюда. Супер! Мы готовы. Ну что, на этом все? Молодец, Блиппи, давай запускать. Хорошо. Верблюд-дромадер. Его зовут Винчестер. Верблюды-дромадеры живут в Африке. Если вам есть 3 года и вы выше 90 сантиметров, в Point Defiance вы сможете на таком покататься. Он такой мягкий. Ух ты! Сейчас мы с вами в центре морских открытий, и перед нами очень много морских животных. Их даже можно потрогать. Видно?
Трогать можно, но только одним пальцем, ясно? Посмотрите-ка! Было страшно! Как страшно! О, а это улитка! Привет! Привет, малышка! И тебе привет! Привет! Надо же! О, посмотрите сюда! Одним пальцем! Вы это видели? Чуть не прилип к пальцу! Давайте подойдем сюда! О, смотрите, какой большой! Ну как, вы готовы? Прилипает к пальцу, такой мягкий! О, и еще одна! Это морская звезда! Ух ты! Вот это да, такая твердая! Так здорово! И все они живые! Они настоящие! Они мало двигаются, но двигаются! Очень медленно! Как мне нравится в морской лаборатории! Да, мы идем на карусель! За мной! Приветик! Здесь будет очень весело! Видите? Это карусель! А здесь? Это панель управления! Она включает карусель! И у меня есть ключик! Вставляем ключик сюда! И... Ого! Сколько же здесь животных! Да! Лошадка! Лягушка-древолаз! Еще кони! О, и белый медведь! Мы его с вами видели! А вон зебра! Вы видели зебру? А свинья! Тигр! О, а вон муравьед! Ну что ж, думаю, нам пора и самим покататься. Идем! Но для начала нужно выбрать животное. Подождем, пока остановится. Идем сюда. А, постойте, зебра! Не уверен, что хочу ехать на зебре. Кто же еще есть? Лошадка? Белый медведь? Борис, привет! Как же весело! Ну что ж, это лягушка! Да, лягушка-древолаз! И я хочу покататься именно на ней! Надо пристегнуться! А когда пристегнусь... Ой, надо ослабить немножко. Так, готово. Теперь можный путь. Поехали! Видите, мы едем по кругу, а также движемся вверх и вниз. О-хо-хо-хо! Привет, лошадка! О-хо-хо-хо! Наша лягушка-древолаз ярко-желтая! О-хо-хо-хо! Это я, Блиппи! У меня с собой походное снаряжение, потому что сегодня мы с вами отправляемся в поход! О, я люблю природу! Она такая красивая! Здесь так много цветов, пеньков и деревьев! О, посмотрите-ка! Насекомое! Это похоже на гусеницу! Ух ты!
Привет, гусеница! Ну ладно, нам, наверное, надо идти, чтобы добраться до лагеря до темноты. О, эй, какое красивое растение! Видите? Это папоротник. О, класс, смотрите, он зеленого цвета. О, здесь у нас дерево. Ой, прости меня, папоротник, посмотрите сюда. Это дерево. Да, вы знаете, что такое дерево. Оно покрыто корой, и еще на нем растет мох. Посмотрите, какое оно высокое. Оно гораздо выше меня. Да, ладно, посмотрим, что еще здесь есть. Ого! Эй, смотрите, еще одно насекомое. Привет! Похоже, это стрекоза. Привет, стрекоза! Как твои дела? Ладно, мы идем дальше. О, смотрите! Это паук! Привет, паук! Как проходит твой день? Я перенесу тебя вот сюда, чтобы никто на тебя не наступил. Что ж, пойдем дальше. Оп! Подождите-ка! Здесь еще насекомое! И что же это за насекомое? А это богомолы! Ух! Они такие крутые! Смотрите! Вот как они выглядят! Здравствуйте! Я богомол! Привет! Ну ладно! Фух! Думаю, мы почти пришли! Я уже немного устал! Фух! Ух ты! Посмотрите! Это же идеальное место для лагеря! Да! Ладно, давайте остановимся здесь и сложим все наше снаряжение. Вот так. И вот так. Фу! Думаю, мне надо попить. Итак, я достаю все свое походное снаряжение. Не мог же я забыть про зефирки. Да, буду их жарить на костре. О, а это печенье и шоколад. Вы когда-нибудь делали сморы? Походное блюдо. Ха-ха, такое вкусное, я люблю его. А это палочка для жарки зефира. Ха. О, а это моя раскраска. Буду раскрашивать ее в палатке. Это будет здорово. Так, что у нас тут еще есть? Вот, у нас здесь вода, видите? Берите с собой воду. В походе она очень нужна. Вкусно, я люблю воду. А это мой оранжевый спальник. В нем мне будет очень уютно. О, а это мой синий стол. Позже я его поставлю рядом с костром, чтобы наслаждаться, глядя на огонь. И жарить на костре зефирки. Здорово. Ладно. И у нас есть большой бинокль. О, посмотрите на него. В него можно увидеть что-то очень далекое. Например, птиц. Ух ты, я вижу одну. Привет, птичка. Привет. Так, это положим сюда. И у нас есть фонарь. Посмотрите-ка. О, он очень ярко светит, так что все будет видно, когда стемнеет. И большая 4-литровая бутылка воды, чтобы когда я решу пойти спать, я мог залить водой костер, чтобы не было никакого лесного пожара. Это было бы очень плохо. О, да, моя походная трость. Ха-ха-ха, вы ее уже видели. Она помогает мне идти по лесным тропинкам. И последнее, но очень важное, моя палатка. Да, она как дом. Ведь когда ты в лесу, тебе нужно где-то спать, правда? Согласны? Да. Так, давайте ее откроем. Думаю, надо поставить палатку. Вот так, начали! Это как пазл.
О-хо-хо! Это пока положим вот тут. И у меня еще одна такая штука. А теперь самое веселое. Будем поднимать палатку. Вы готовы? Ну, как она выглядит? Правда здорово, да? Та-да! Теперь внутри можно спать. Ха-ха. О, я забыл снять кроссовки. Ха-ха. Да, снимайте обувь, прежде чем залезть в палатку. Тогда в ней не будет грязно. Так, теперь застегиваем. Вот. Ха-ха. Это так здорово! Ладно, раскраску я положу сюда. Теперь мне надо распаковать спальный мешок. Да, мой оранжевый спальник. Воу! Ладно, это положим туда. А теперь вот так. Спальный мешок – это очень удобно. Да, в нем мягко и тепло ночью, когда снаружи холодно. Так, теперь так, залезаем внутрь. Оу! Уу! Ху-ху-ху! Видите? Ночью мне будет тепло и мягко. Так, о, у меня есть чем заняться. Давайте пораскрашиваем. У меня здесь есть цветные карандаши. Я люблю раскрашивать, когда хожу в поход. Потому что раскраски – это весело. И еще потому что это творчество. Это очень здорово. Вы любите раскраски? Да, в них можно что-то придумывать. Вот здесь можно раскрасить дерево. Смотрите. Блиппи, добро пожаловать в мой дом на дереве. О, это круто. Да, можно раскрасить то, что уже нарисовано, или найти чистую страницу и на ней нарисовать что-то свое. Например, синий. Один. Два кружка. И... Ха-ха, улыбающееся лицо. И... Язык. Ха-ха. Ладно. Так, что мы здесь делаем? Мы же в походе, снаружи так много интересного! Думаю, нам надо вылезти и поиграть в прятки. Что скажете? У-ху-ху! Я обожаю играть в прятки! Ха-ха-ха! Итак, чтобы играть в прятки, кто-то из нас должен спрятаться, а кто-то должен искать. Да, значит... Я спрячусь, а вы ищите, хорошо? То есть... Так, готовы? Давайте считайте до пяти и закройте глаза, ладно? Раз, два, три, четыре, пять! Ку-ку! Видите меня? Ха-ха! Видите меня? Да! Ха-ха-ха! Вот он я! Ха-ха! У-ху-ху! Молодцы! Это было весело! Ха-ха-ха-ха! Этот костер такой классный! Ха-ха-ха! Что ж, каждый раз, разводя костер, надо быть очень осторожным. Да, я развел этот костер, и я вообще-то взрослый, если вы не знали. А дети никогда не должны сами разводить костер. И если вы оказались возле костра, то рядом должен обязательно быть кто-то взрослый. А если никого нет, вам надо позвать кого-то,
Эй, взрослые, кто-нибудь подойдите к костру! И еще возле костра, помните, да, я уже говорил про бутылку воды? Да, в ней около 4 литров. Ха-ха-ха, нужно обязательно, чтобы возле костра была бутылка воды. На случай, если огонь выйдет из-под контроля. Тогда вы сможете полить его водой. Ха-ха, и потушить. Но наш костер под строгим контролем. Видите, я сделал для него костровище. Да, да. Так я ограничил место для огня. И еще кое-что. Убедитесь, что нет никаких веток или листьев, ничего над костром или вокруг него. Да! Так что у нас безопасный костер. И я думаю, пришло время приготовить сморы. Вы когда-нибудь готовили сморы? Они такие вкусные! После хорошего ужина можно приготовить сморы. Вот, смотрите. Так... У нас тут есть печенье. Да, оно прямоугольное. Разломаем его пополам. И тогда у нас получится 2 квадрата. Ням! Ладно. И еще у нас есть цилиндр. Да, это цилиндр. Видите форму? Но это такой зефир. Называется маршмеллоу. Он такой вкусный! Так, я кладу его пока сюда. Вот, вообще-то, мне надо быть немного более организованным. Вот круглая белая тарелка. Итак, видите вот этот шоколад? Да, это 3-й и последний ингредиент в сморах. Я люблю шоколад. Вот, он состоит из маленьких прямоугольников. Видите? Да, прямоугольники. И все вместе они составляют большой прямоугольник. Так, первое, что надо сделать, это насадить цилиндр, то есть маршмеллоу, на палку. Тогда вам не придется держать его руками прямо над огнем. Это было бы очень плохо. Вы остаетесь на безопасном расстоянии от огня. Так, отлично. О, теперь мы жарим маршмеллоу. О, он становится золотистым. Оу, почти готово. Ух ты, выглядит просто отлично. Вы видите? Оу, отлично. Это будет очень вкусно. Итак, надо положить его на шоколад прямо сверху. А шоколад должен лежать... прямо на печенье. Вот так. Маршмеллоу, а сверху еще печенье. Вытащить палочку. О, отлично. Вы видите? Я называю это классный, классный, классный суперсмор. Ням-ням-ням-ням, готовы? Да! Я думаю, это отличный момент для походной песни. Поскорей поставим здесь палатку мы, и ночью нам будут звезды все видны. Горит костер, еду готовим и едим. Эй, пропоем наш походный гимн. Веселимся, идем в поход. Поймаем рыбку, нам сегодня повезет. Будем солнца лучи ловить. Так чудесно время проводить. Полюбуемся природой, отдохнем. В лесу зверей и насекомых мы найдем. И у костра историй можно много рассказать. Ни минуты нельзя скучать. Пропоем, веселимся, идем в поход. Поймаем рыбку, нам сегодня повезет. Будем солнца лучи ловить. Так чудесно время проводить. Можем плыть на лодке по реке большой,
Будут птицы петь прямо над тобой. Поспеши, если ты уже готов. Но не забудь спрей от комаров. Веселимся, идем в поход. Поймаем рыбку, нам сегодня повезет. Будем солнца лучи ловить. Так чудесно время проводить. Пойте все со мной. Веселимся, идем в поход. Поймаем рыбку, нам сегодня повезет. Будем солнца лучи ловить. Так чудесно время проводить. Моры такие вкусные, а поход – это так весело! Вы хорошо провели время сегодня со мной? Да! Ну, на этом мы с вами прощаемся. Если хотите посмотреть другие мои видео, просто наберите мое имя в поиске. Произнесете его со мной? Блиппи! Блиппи! Молодцы! Ну ладно, мне, наверное, сейчас надо затушить костер. Да! Вот так! Привет! Это я, Блиппи! И сегодня мы в интерактивном детском музее Олимпии, штат Вашингтон. Это будет очень интересно! Я люблю учиться вместе с вами! Идем! Привет! Это галерея строителей. Здесь можно строить всякое. О, вот я глупый. В общем, нужно складывать вместе эти деревянные детали. Итак, можно строить разные вещи в галерее строителей. Да, я почти достроил этот дом. Видите? Здесь у нас крыша. Это каркас дома. И стены. И все остальное. Кроме оставшейся части крыши и гравия. Чтобы войти внутрь дома, нам нужен гравий. Да, для пола нужны камни. Мы не будем использовать ковер или плитку, или что-то такое. Мы используем гравий. Так что возьмем лопату. Так, сначала мы едем на самосвале. Ладно, мы уже приехали на место, где нам надо выгрузить гравий из самосвала. Так, теперь я беру лопату, кладу ее в тачку и потом качу ее. Готово. Вот так. Теперь нам